Всем привет, дорогие друзья! Молодость бывает раз в жизни, и прожить ее нужно весело. Когда, как не на отдыхе, развлекаться на полную катушку? Турция – одна из самых гостеприимных, ярких и солнечных стран, в которой провести свой отпуск будет по карману почти каждому россиянину. Для меня, например, стало настоящим открытием узнать, что Турция – это просто рай для отдыха молодежи. Здесь есть все необходимое – удобные отели разных ценовых категорий, теплое море, красивые виды, множество баров, ресторанов, кафе, магазинов. В этой стране контрастов почти везде есть клубы, танцевальные площадки, пенные дискотеки и лазерные шоу. Однако молодежный отдых отличается не только клубами и танцами, но и разнообразием видов спорта и развлекательными экскурсиями. Обычно молодые люди выбирают место отдыха, исходя из следующих критериев. Возможность получить стандартные услуги по приемлемой цене, большой выбор развлекательных программ в отеле, наличие дискотек, танцполов, недалекое расположение к разнообразным клубам и барам, много вкусной еды. Выбирая места, мы тоже на них ориентировались. Отправляясь в сказочную восточную страну в поисках классического релакса на берегу моря, обязательно забронируйте номера заранее. Некоторые курорты позиционируют себя молодежными и клубными. Самые популярные из них – Кемер, Алания, Бодрум. Давайте рассмотрим их подробнее. Бодрум – город, состоящий из множества клубов, красочных шоу и фейерверков. Именно здесь вы найдете одни из самых лучших пляжей во всей Турции. Гюмбет, Гельтюркбюкю, Акьялар. В Бодруме, как и на всем Эгейском побережье Турции, сосредоточено много достойных внимания отелей. Вот некоторые из них. Бодрум Holiday Resort and Spa 5 звезд. Именно здесь вы найдете яркие амфитеатры, выездные и местные дискотеки, зажигательных аниматоров для взрослых и разнообразное питание. Минус – не самый комфортный пляж. Sun Club Bodrum 3 звезды. Отличное место для тех, кто хочет бюджетно отдохнуть. Вкусная еда, доброжелательный персонал, танцы до утра – это все про отель Sun Club. Также можно остановиться в центре города в небольших хостелах. Цена в них не превышает 2000 рублей за ночь на одного. Алания – курорт, который приходится по вкусу большинству любителей молодежного отдыха. Здесь достаточно богатая ночная и клубная жизнь, а из-за удаленности от аэропорта Анталии гостиницы предлагают привлекательные цены, приходящиеся по карману многим юношам и девушкам. В надежде на отличный отдых молодые люди бронируют номера в следующих местах. Ананас Хотель 4 звезды. Здесь вы найдете все необходимое для активного отдыха. Пляжный волейбол, велосипеды, водные виды спорта. Любители красивых видов по достоинству оценят прекрасный пейзаж. Находится недалеко от центра. Club Insula Resort and Spa 5 звезд. Этот отель будет по душе тем, кто предпочитает динамичный и активный отдых с вечеринками, разнообразными развлечениями, весельем и не прочь вкусно перекусить. Кемер неспроста является одним из самых красивых, эффектных и живописных курортов страны. Его будто зажало между собой прозрачное море и вечно зеленеющие склоны волнистых гор. Хвойные леса здесь спускаются прямиком к воде, поэтому воздух здесь обладает самой настоящей целебной силой. В общем, красота. Даже нет, сказка. Кроме того, именно здесь, в Кемере, расположились несколько ночных клубов, знаменитых на всю страну – «Аура», «Инферно», «Шарлотта». Вход в них платный, но в среднем не превышает 10-15 долларов. Зачастую еще дают фишки на бесплатный коктейль. Да что ж мы сразу с козырей пошли, что ли? Отели с хорошими отзывами. Валерий Бич Хотель 3 звезды. Расположен на первой линии, кроме того, недалеко от центра города. Поэтому туристы могут позагорать возле Лазурного моря и прогуляться по городу. Недалеко от отеля можно отыскать три ночных клуба. Orange Country Resort Hotel Кемер 5 звезд. Это красивый и тематический отель в стиле города Амстердам. Место понравится как любителям покушать много и сытно, так и поклонникам ночных танцев.
что, есть здесь любители опасных и экстремальных развлечений? Чем могут заняться любители острых и незабываемых ощущений? Рафтинг. Особенно он развит возле Манавгата и вблизи Даламана. Дайвинг. Посмотреть на морских обитателей и затонувшие руины под водой можно недалеко от Бодрума, Мармариса и Анталии. Альпинизм. Покорять горы молодежь может на Анатолийском полуострове. Виндсерфинг. Если хотите стать царем волн, то смело отправляйтесь в Алачате или Фенеры. Какой из перечисленных видов спорта вам нравится больше всего? Или вы все-таки предпочитаете тихий и спокойный отдых? Турция ассоциируется с традиционными экскурсиями в жару, палящим солнцем и теплым морем. Поэтому о ее заснеженных склонах и отелях высоко в горах знают лишь немногие. Однако отметим, что яростным профессионалам своего дела склоны Турции покажутся, скорее всего, простыми и детскими. Но вот обычные любители лыж и сноубордов точно останутся довольными. К популярным курортам можно отнести Улудаг. Широкие ухоженные трассы здесь окружены хвойным лесом, поэтому от катания можно получить не только спортивное, но и эстетическое удовольствие. Сложных трасс здесь очень мало. Паландакен. Тем, кто любит адреналин, лучше отправиться в Паландакен – самый молодой и спортивный турецкий горнолыжный курорт. Здесь найдут для себя подходящую трассу спортсмены разного уровня подготовки, в том числе и новички. А протяженность одной из популярных трасс может удивить даже заядлых спортсменов. В общем, молодежный отдых в Турции – это спортивные экстремальные развлечения, громкие песни и танцы до рассвета. И если вы решили окунуться в нескончаемое веселье, смело рассматривайте Турцию.